всему миру, то вот что касается Дели Жиганшина Александра Гажи, такое утверждение, по моему скромному субъективному мнению, будет вполне справедливым. Нелли и Александр с большим трудом поднимаются выше десятых мест на серьезных стартах, если мы говорим о чемпионатах мира. Но, тем не менее, публика всегда их очень тепло принимает. Их образы запоминаются, они очень яркие. И сейчас они вновь представляют нам вторую серию своего сериала, который ими избран для нынешнего сезона. Кстати, немножко изменили, по-моему, костюмы по сравнению с первой серией. Хотя мне казалось, что они будут практически полностью идентичны. Касается такого высокого и худощавого молодого человека, как Александр Гажи, твизл в его исполнении выглядит, скажем так, значительно менее естественным, чем то, что мы видели хотя бы у Шибуты. Мне кажется, понравилось. Да? Мне наоборот понравилось. Во всяком случае, я оценил ее оригинальность. Сейчас этот танец, и в первую очередь мы отвечаем, наверное, сценарное наполнение данной программы, а вот что касается чисто технических каких-то моментов, тут, конечно, уже не серьезно. И
Несмотря ни на что, все-таки ярким получился этот конец. Это окончание их произвольной программы. Хотя сами фигуристы, конечно, сейчас понимают, что... Да, расстроены, естественно. Вышло не то, что далеко не все, а очень многое не получилось. И они остались без элементов. И это хореографическая поддержка. Да, они потерять много было вообще. У них будет засчитано. Да что ж такое, смотри, какой сложный чемпионат мира получается. Многие лидеры не обходятся без серьезных срывов. Два дедакшена. Сейчас пока, да, два дедакшена, но еще не утверждены эти оценки, так что я пока их стараюсь не озвучивать. Я думаю, что вполне может быть один дедакшен остаться после того, как раз смотрят вот этот самый сбой, эту самую ошибку члены технической бригады. Вот как, некоторые вопросы возникают относительно платья Нелли. Я-то как... Человек неравнодушный к красивым барышням, не могу сказать, что мне она не нравится, но ведь в правилах есть некие указания вообще, по этому поводу. Вообще, да, есть. Честно говоря, не знаю, потому что я помню, мы сталкивались тоже с такими проблемами, когда говорили либо слишком короткая юбка, либо полупрозрачная, то, что нельзя, чтобы были видны так конкретно трусики. Элементы, да, нижнего белья. Вот, не знаю. Ну, пока вроде бы, видишь, в этом сезоне к, да, может быть, как-то... к спортсменам не было никаких претензий. Но я, в свою очередь, не могу сказать, что я категорически против этого костюма. Даже наоборот. Вот это понятно. Ждем. Не, я вообще на самом деле Сцена. Тоже не против. Мне кажется, да, да, что... Да-да-да, Чикаго, я помню. Мне, что вот такие театральные костюмы – это большой плюс в танцах на льду. Можно раскрыть полностью образ. Образ. Вот, вот как Алекс, например, да, вот как только Алекс. Что сделал. Это очень любопытная программа. Мне на первых тактах вспомнилась прошлогодняя их программа про зомби. Потом да, резко зомби, изменили они характер. Но сейчас, да, все-таки оставляют им два лишних элемента в программе. И в итоге, мало того, что они получают ни одного балла за эту самую поддержку, плюс ко всему еще два балла снимают с них арбитры за лишние, за непозволенные элементы программы. И, конечно, сейчас оценки будут крайне низкими. Я полагаю, что они могут сейчас вылететь даже из десятки сильнейших. Это будет очень обидно. На первом месте по-прежнему сейчас Майя Алекс Шабутанина. Это понятно. На втором Александра Пол и Митчел Ислам. Именно с ними борются Нелли Жигакшина и Александр Даш. Ну вот, вы все видите сами, оценка за технику лишь только 41,69, за Твизлы третий уровень, и оценки еще снизили арбитры, выясняли. Ага, нет, оставили им все-таки хореографическую поддержку и сняли за предыдущую поддержку, но тем не менее этого чуть-чуть, к сожалению, не хватает, все-таки не хватает для того, чтобы...